Итак, сегодня будет небольшой пример, как я делаю кухню. Это замер. В принципе, это просто контрольный замер, ничего большего. Основная вся информация будет чуть-чуть дальше. Отсюда мы видим, что сантехники, электрики лучше знают, как должна стоять мебель. Ну, в дальнейшем покажу почему. Потому что краны будут переноситься, канализация тоже, розетки тоже. Газ мы трогать не будем. И высота кафеля тоже там. Поэтому будет кухня чуть-чуть нестандартная. Так, после замеров мы получаем план. Так, план помещения уже более детальный, с размерами, которые меня больше интересуют. То есть здесь уже видно перепады по высоте. Ну, в принципе, здесь нормально. По ширине сошлось. Перепады по высоте незначительные. Так, тут свои размеры. В принципе, мы получаем вот такой итог в конце. Здесь те размеры, которые мне надо. Мы понимаем, что надо перенести канализацию и трубы. У нас здесь будет мойка. Поэтому розетки здесь будут лишние. Так, все это нужно для того, чтобы потом корректно сделать в базисе. Так, загрузили базис. Делаем план помещения. С теми размерами, которые у нас даны, получаем вот такую картинку. То есть дальше мы будем ставить духовку сюда. Следующий будет модуль. Это ящики. Потом мойка. Текстура будет горизонтально. Сушка. И еще один модуль. Так, оно подтопливает, потому что поставил постоянно автосохранение за перебоями со света. Так, стены теперь нам уже не нужны. Хотя, в принципе, сейчас покажу, зачем нужны стены. Чтобы понимать, где нам что будет мешать. Но так как оно будет переноситься, поэтому... Поэтому переключимся на другой вид. Стены можно спрятать. Здесь получим вот так. Здесь ящики. Направляющие будут блюм полного движения. Здесь будут обычные шариковые. Полкодержатели, здесь сушка. Так, продолжаем. То есть рубрики «Присади сам», «Заработай чуть больше денег». Так, это детали. Удобно присаживать, когда ты видишь это все в планшете.
То есть все размеры, любая деталь. Все, продолжаем, так это будет кухня. Все, приступаем к монтажу компактной кухни. Надо успеть до отключения электричества. Вот на таком этапе сейчас сборка кухни. Ящики висят. Сейчас резко под мойку. Мойка еще такой нестандартной формы, там пилой не вырежешь. Все, как бы три ящика, но тут есть такой вот нюанс с этими углами. Так даже фальшик не особо компенсирует. Соответственно, надо было заводить столешницу снизу, так она не улазила. Все, надо закончить, пока еще свет есть. Все, закончил монтаж кухни. Кухня компактная, но со своими приколами. Вот такая вот неровность стены. А вот там вот нормально. Все так. Ящик под духовку. Направляющий тандем. Работает плавненько. Сушка. Так, тут все, стоят ограничители. Как показать? Короче, не бьется. Доводчики поставил резные. Так, и теперь самое интересное. Тут вся текстура. Идет с переходами. Как здесь, так. И вот здесь. Все подключено. Все работает. Кроме воды, потому что нет сифона. Да, монтаж занял 1,5 дня. Все, здесь без плинтусов. Конечно, вот это у меня порнография. Вообще не нравится. Ну, сказали, потом будет менять, а кто-то как-то заводить. И плюс еще должна быть здесь вытяжка хотя бы на угольном фильтре. Потому что это все засрется. Пока так.
Все, всем спасибо.